Ребята, всем привет! Мы продолжаем прохождение Хогвартс. Знаете что, я включил задание на третий уровень серии на метлу гонки, а эти гонки вообще в самой попе. Короче, я туда не пойду. У нас осталось задание. Сюжетка. И едем мы на сюжетку, ребят. У нас третье испытание по счету. Где оно? А, нам нужно туда. Карта Хогвартса. Хогвартс, говорю, мне нужен. Так. Есть здесь? Ну, вот сюда давайте перенесемся. Ну, здрасте, ребята. Я по вашей душе. О. Карта Хогвартса. Карта игры. Привет-привет. Давай. Здравствуйте, профессор. У меня новости. Гоблины что-то разыскивают. Еще одно хранилище. И они построили для этого буры. Ох, это меня тревожит. Эти хранилища что-то вроде футляра, найденного мной в замке Руквудов? Именно так. Боюсь, нам нельзя терять время. Взгляните на карту. К счастью, место проведения испытания близко. В Хогвартсе. А, прям вам тут? Вам известно, что Лёва? Я возглавляла школу. Мой портрет висит в кабинете директора. Я была там и видела, как профессор Блэк узнал о вашем прибытии. И признаюсь, вы меня заинтересовали. Погодите, следующее испытание в кабинете директора? Действительно. Я забавно. Надеялась, что когда придет время, хозяин этого кабинета поможет нам. Но, увы, нынешнего директора, по-видимому, совершенно не заботит ничего, кроме его собственной персоны. Вам нужно попасть в кабинет, пока его там нет. Понимаю. Что ж, я что-нибудь придумаю. Хорошо, тогда я буду ждать вас у портрета. До встречи. Так, говорит директриса. Нам нужен портрет. Как же мне попасть в кабинет директора? Нужно спросить профессора Фига, Вау. Может, он знает, что делать. А, это я из туннеля, да, выйду? Профессор Фиг. Профессор Фиг. Как это забавно звучит. Где что есть-то, профессор Фиг-то? Что-то закрылось? А, дверь закрылась. Забавно. Побежали, побежали, побежали. Ой, кто-то ушел. Здесь мы по лягушкам скакали, это я помню. Дракончик. Сюда. Далеко бежать-то хоть. Опять с кем-то поговорить можно. Где это хоть? Непонятно ж, нифига. Так, ну не лагай. В школе только о тебе и говорят. После спасения нас с мистером Ботвинсом из лап Пипламп. Надо продумать следующий шаг. Мы уже многого добились и обязательно остановим Харлоу. Окей, без проблем. А дубка ниже, блин. Ну ладно, потом возьмем. Вроде все прошли, и на тебе опять дополнение подсунули. О! Вот тут тоже с кем-то поговорить, значок. С кем, блин, поговорить? Ни с кем. Сундук. Странно. Я думала, я-то здесь уже все смотрела-то. Ждать. Здорово, Фиг.
Расскажи мне, фиг. Фиг. А, туда? Как же, профессор Фиг, хранители показали, где следующее испытание. Ну надо же, с чего это вдруг? Мы с Лодгаком узнали, что гоблины разыскивают другое хранилище. Вроде того, что мы видели в замке Рук. Они строят огромные буры, чтобы продолжать свои поиски. Профессор Фиджеральд крайне этим обеспокоена. Понимаю. Очевидно, Ранроку известно куда больше, чем мы думали. Да, сэр, и это еще не все. Лодгак знал Мириам. Он знал Мириам? Они встретились в замке Руквудов. Она проводила исследование. Именно там она нашла футляр с порталом. Она ему так понравилась, что он позволил ей забрать футляр, вопреки приказам Ранрока. Даже не знаю, что сказать. Она практически любого могла завоевать. Я хочу узнать больше. И не мешало бы поговорить с Лодгаком напрямую. Но сейчас на это нет времени. Где будет следующее испытание? Хотите верьте, хотите нет, но в кабинете директора. Невероятно. Что ж, тогда вы должны узнать пароль, чтобы каменная горгулья вас пропустила. Спросите у домового эльфа-директора. Я не знаю домового эльфа-директора. Станет ли он со мной разговаривать? Он наверняка верен только ему. Верен. Так что без маскировки не обойтись. И у меня есть идеальное решение – оборотное зелье. Внешностью и голосом вы станете точь-в-точь, как профессор Блэк. Погодите. Ну, клево. Разве для оборотного зелья не требуется частичка того, в кого хотите превратиться? Да и варить его нужно целую вечность. Все верно. Так откуда у вас готовое оборотное зелье для превращения в профессора Блэка? Никогда не узнаешь, когда такие вещи могут пригодиться. Скажем так, хитрюга. После бесполезной поездки в министерство по его поручению, я подумал, что нужно быть готовым ко всему. Демимаска. Сейчас главное время. Пейте зелье, моя обезьянка. А я объясню дальше. Блин, как я ее не заметила. Черт. Ну вот. Ну как вы? Невероятно. Но как-то уж слишком изо рта воняет. Как я звучу? Убедительно. Я взял на себя смелость трансфигурировать вашу мантию. Как мы и говорили, вам понадобится узнать пароль у Скроупа, а он может быть где угодно в замке. Попробуйте поискать профессора Кагаву. Она взялась изводить несчастного эльфа насчет квиддича в надежде, что тот сможет убедить Блэка передумать. Бедолага. Пока безуспешно. Понятно. А если профессор Блэк меня увидит? Предоставьте его мне. Я скажу ему, что нам нужно встретиться с представителем министерства в Хоксмите. Так что у вас должна быть куча времени. Спасибо, профессор. Встретимся потом в зале картографии. Довольно странно слышать слова благодарности из уст профессора Блэка. Увидимся там. А теперь нужно найти домашнего эльфа-директора. Вот она, блин. Конечно же, я не могу сейчас поменять время суток. Надо запомнить, где я нахожусь. Черт. Вот я где-то тут. Мне нужно будет в эту область потом как-то вернуться. Я же заблужусь 20 раз. Зараза. А, у меня нету способности. Блин, печать. Ладно, пошли. Пусти меня, фиг. О, ученик. Так, мне в ту сторону. Профессор, не уделите мне минутку? Блин. Профессор, я как раз вас искал. Весь в делах, профессор Шарп, весь в делах. Понимаю, сэр, но... Вы обращались ко мне по поводу одного зелья, и... я... Каком зелье? А, ну да, зелье. Ну так выкладывайте, Шарп. Не торчать же здесь целый день. Полагаю, лучше поговорить об этом в другом месте, сэр. Мне решать, что... Уверяю вас, Шарп, можете говорить свободно. Ну, хорошо. Я изготовил зелье от прыщей и фурункулов, как вы и просили. Могу принести его вам в кабинет, когда скажете. Ну да, конечно. Обойдемся без конспирации. Пусть кто-то из учеников принесет его мне. Из учеников?
Хорошо, сэр, раз вы настаиваете. Настаиваю. Большое вам спасибо, Шарп. Ну это ж палео. Чтобы вывести все мои фурункулы. Ой. Решить, кому из учеников достанется эта незавидная задача. Мне дайте, я отнесу. Кто-нибудь видел мое зеркало с ручкой из слоновой кости? Никто, так, ну, мне вниз бы надо. Забавный. Практически каждый день я задаюсь вопросом, зачем я дал мяч? Чего это Блэку надо? Гаррет Уизли. Уизли? Ну-ка, стой. Гаррет, то есть, мистер Уизли, что вы здесь делаете? Разве вы не должны быть где-то в другом месте? Да, профессор, конечно. Но я бы предпочел оказаться в другом месте. А вам что-то от меня нужно? Я ищу своего домового эльфа. Должно быть, вы его видели. А, одноухого такого. Он только что шел в большой зал и бормотал о ваших безупречных манерах, сэр. Я за вами слежу, мистер Уизли. Мистер Рединг, владелец Сладкого Королевства, сообщил мне о пропаже нескольких жал веретенницы. Основной ингредиент для зелий. А вы, насколько я знаю, считаете себя искусным зельеваром. Что? Но, сэр, я даже не хожу в Сладкое Королевство. Довольно. Просто знайте, что у меня везде есть глаза и уши. Ступайте, мистер Уизли. Палево, палево. Так, поговорили. Вот так история для дневника. В Кагавой. Ёлочка шикарная. Ну-ка. Ёлочка. Я что, не туда бегу? Что-то поменялся. Нет у меня времени на вас. Навигатор. Ни на кого из вас. Прочь с дороги. Да я вроде никому не приставала. Чё-то взъелся. Я не могу использовать. Хотела использовать эту штуку-то. Забыла. Запретная секция, кстати, вон там была. Мы ее пробежали сейчас. Ну, давай. О-о-о. Ёлочки. Попали в передрягу. Замышляете какую-то шалость, мы так и думали. Кто, где, кто? Я хочу послушать. Подождите. Стоп. А чё у меня заметка на 700 метров стоит? Чуть не догнала сейчас. Вот это нормально. Так, подождите. А, отказаться от задания? Нет, стоп, что за метка фиолетовая? Я бегу на фиолетовую метку, главное. Карта мира. Я туда какую метку ставила? Ха! Вот даю. Когда я ее поставила? Так, Хогвартса. Это я так на ту меточку бежал чутка. И где там этот DLC-шку еще наши? Ну, конечно, я вообще не туда пошла. Воу-воу. Сет метров. О, еще елочка. Профессор Блэк, как поживаете, сэр? Давай. Мистер Мракс, и куда же вы направляетесь? Прошу прощения, сэр, я просто направлялся во двор. Никак решили устроить себе выходной? Типичный ученик, тратящий время попусту. Мне нужно написать эссе на 20 дюймов об одеяне. Я шел в теплицу.
Ах, да. На 20 дюймов. Если его смешать с гноем Бобонтюбера, то получится весьма недурная паста для усов. Да, отличная паста для усов. Такой директор. Вы хорошо себя чувствуете, сэр? Вы на себя не похожи. По-моему, он... А, он слепой. Я вполне здоров, Мракс. Если мне потребуется диагноз, я обращусь в больницу Святого Мунга. А то он смотрел как-то куда-то не туда. Мне так как будто показалось. Паста для завивки усов? Пару слов. Да опять, что ли? Ой. Профессор Блэк, послушайте. А вот Кагава. Еще не поздно пересмотреть решение касательно квиддича. Еще можно провести пробы и немного укоротить сезон. Так будет лучше, чем совсем без квиддича. А как же травмированный ученик, мадам Кагава? Профессор, кто только не получал бладжером по голове на поле для квиддича. Иногда квиддич. Это только на пользу, дурь выбивает. И никаких последствий для них не было. То, что это произошло с чистокровкой, не повод для... Что за бред? Я о том, что для вас какая-то дурацкая игра важнее здоровья ученика. Дурацкая игра? Я... С вами иногда просто невозможно говорить... Сэр, я размышляю написать насчет вас в министерство в отдел магических игр и спорта. Вперед. Хорошая мысль. А если вам нужен пергамент, можете одолжить у меня. И где это носит моего домашнего эльфа? Я... Пергамент? Что ж, так и сделаю, и с удовольствием. Ой. Скроупу я видела в большом зале. Похоже, он меня избегает. Хм, интересно, почему? Хорошего дня, мадам Кагава. Пергамент. Давай, пиши. Вы заслужили такого директора. Хотите поговорить со мной? Обратитесь к моим секретарям или кто там у меня есть. А сейчас проваливайте. Ой, ладно. Так, подождите, а где? Знаете пароль у... А что за кнопка горит у меня? Странно. Где он там находится? А чё значка-то нет? В главном зале, она сказала, или где? По-моему, у меня навигатор не сработал, нет? И игра залагала, нет? Чё происходит-то? Куда мне идти-то? В главном зале, то ли где она там сказала-то? Куда мне топать-то хоть? Непонятно, непонятно. О. О, отобразилось. Навигатор сработал, как хорошо. О, опять поговорить можно. Давай, 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 давай. Мисс Бум, на два слова. О, профессор, вот это сюрприз. Кстати, моя фамилия Блюм. Напомните избранную вами область магии, Бум. Сов уже не за горами. Заклинание, сэр. Невербальные чары без слов. Поработать бы над тем, что заставляет исчезнуть. Продолжайте в том же духе, Бум, и вскоре научитесь становиться невидимкой, как и кое-кто из новеньких. Почему же невидимкой, сэр? Мы сегодня встречались в библиотеке, и мне помогли с моими тяжелыми книгами. Хм. Раз уж мы упомянули невидимок, где носят моего домового эльфа? Блин, смешной такой. Мне кажется, смешная. Явно что-то не так. Может, я зря так со всеми разговариваю? Я себе как-то палю. Опа, опа, опа. Стой. А, я не могу воспользоваться. Это был ключ. Ой, или бабочка была. Я ж с открытым ртом. О. Как ты себя ведешь? Профессор, на минуту, пожалуйста. Уизли. Здравствуйте, профессор. А, профессор Уизли, как приятно вас видеть. Простите. А, хорошо, что вы здесь. Мне бы хотелось поговорить с вами о профессоре Фиг. Ну, хорошо. Мной было принято решение предоставить ему больше свободы действий. Свободы действий? Считаете это разумно? Честно говоря, я беспокоюсь за его учеников. Он почти не бывает в школе. А я по нему и не скучаю.
Давай. Все останется как есть. Понимаю. Забавно. Но позвольте сказать, меня очень волнует, зараза, что кто-то новенький так много времени проводит вне школы, вероятно, по поручению профессора Фига. До меня дошли тревожные слухи об их авантюрах, начиная с посещения запретного леса и заканчивая стычкой с приспешниками Ранрока и Руквуда. Что? Господи, профессор, это же просто слухи. Нельзя верить всему, что болтают. Нет, нет, конечно, нельзя. Ладно, я присмотрю за Фигом. А вы продолжайте делать свою работу, с которой так здорово справляетесь. Вы просто молодец. Ну, что ж, я... спасибо. Но я бы с радостью занялась. Хорошо, хорошо. На сегодня все, Уизли. То есть, профессору Уизли. Хорошего дня. Блин, было бы прикольно, если бы он бы сказал бы, но она... Справляетесь. Свободы действий для профессора Фига мне никогда не понять этого человека. Если он бы сказал, реально, я по нему и не скучаю. Небольшую передышку. Ага. Опачки. Опа. А, вот здесь тоже... страница. Ага, ладно. Привет, домовой. О, а что ты раненый? Скроуп не сомневается в этом. Что случилось? Скроуп! О, приветствую, хозяин. Напомни мне пароль для входа в мой кабинет. Но хозяин заставил Скроупа поклясться. То никому не скажет, даже хозяину. Ну, я не хочу вот так резко. А вдруг не скажешь, я передумал. А сейчас я говорю, что можно сказать его мне? Да, сэр. Разумеется, сэр. Скроб молит о прощении. Это семейный девиз Блэков, хозяин. Ну, конечно, я... Хозяин запамятовал. Так, у него, говорит, спросил, у него, говорит, справлась Месси. Блин! А я не знаю про чистоту крови. Про власть семьи. Я же ни хрена не помню даже. Либо семья, либо кровь. Может, власть? Про силу вряд ли. Либо власть, либо кровь. Ну-ка. Разумеется, я помню. Власть семьи Блэков. Хозяин проверяет Скроупа. Ладно. Чистота крови навек, не так ли? Почти, хозяин. Скроуп думает, что хозяин его проверяет. Там должно быть навеки вечные. Разумеется. И, конечно, как известно хозяину, на французском. Что? Конечно. Приказываю тебе произнести его вслух. О, хозяин знает, что Скроуп прискверно говорит по-французски. Пур. Что ж, тужур пур. Тужур пур. Спасибо. Забудь об этом разговоре. Даже при мне не упоминай. Как прикажете. Скроуп постарается не попадаться на глаза. Хозяин. Не дочитали. Ой, красота. О, озвучки не было. Действие обратного зелья заканчивается. Так, валим. Скорочись, пока обратное... О, обратное зелье не прекратилось. Да вот, скрылся. Сюда. А, как раз вовремя. Действие зелья заканчивается. Оп. Да хватит рогаться. Был прав. Даже не верится, что сработало. Теперь нужно сказать горгулью пароль. О, он заблокированный. Горгульем пароль. Что там было-то по итогу-то? А он, кстати, светится. А, ключик. А я ключик поймала вот тут, да? Ну-ка.
Вот тут, по-моему, был это, да? Ну-ка. Оп. Страница. Еще 5 страничек. Вот тут была... Ключик был. Вот тут был, да? Где ж ключик-то? Где-то вот тут, блин. Или не тут. Где-то я так заходила, и был ключик. Нет, не тут. Ой-ой-ой. Так. Какая приятная встреча, моя юная подруга. А я там хоть вышла-то? Вроде бы там. Приятная встреча, моя подруга. Вот опять ключ. Ой, хватит, 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 хватит. Так. Так. Нужно, чтобы получилось 6, да? Так. Угу. 4. А 0 с нуля идет или не с нуля? По-моему, 0 тоже там присутствует. Так, 4. 3. Ну-ка. Да ты чё творишь-то? А, 2. Чё 3? 2. Вот этот козёл, это 2. 0, 1, 2, 3, 4, да. И 0. 4 плюс 2, 6, правильно. Так, и внизу, кстати, было. Да рано ещё. Так, пятерка 11. А, ну, чтобы 11 вышло. 6. Ага, пятерка. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это вот эта вот хрень с лапами. Сейчас она внизу, да, что ли? Вот тут какая-то внизу одна была, не? Не она ли? Да почему ты? Да прекрати! Ты гонишь, что ли? Ну я даже не нажимаю на кнопку. Смотрите. Вот ненормально. Я не зажимаю кнопку. Что с игрой происходит? Вообще не понимаю. Играть невозможно. Я так заброшу нахрен. Все, открыли. Ага. Ну а где этот ключик? Я нашла стенда для ключиков, а самого ключика нет. А, подожди-ка. А это войти, а мне войти не надо. Так, сюда? Так, нет, выше. Чё, не надо. Не убираемся. О, вот. Где? А как я его поймаю? Где? Как я его поймаю? А как его ловить? Ушел. Он вниз ушел. Я не помню, как ловить-то эти ключи-то, честно. Где этот ключ-то дурацкий? И вот куда он подевался? Ну что за дела? Люмос. Где-то тут, блин. Люмос. О. А как там было? А. Во. Давай еще раз. Так. О, вспомнила. Так, мне этот жетон факультета.
А, спасибо. Что-то с этим, это что-то с сундуком, по-моему, связано. Я должна этот ключик сунуть в сундук, да, если мне память не изменяет. И мы какие-то сокровища получим. Мы 7 из 16, по-моему, сделали, да? Я же не помню. Давайте посмотрим. Так. 10 из 16. А, 10. То есть еще 6 штук. Еще одна была вот там, где столовка была. Ну, тоже ключик где-то гуляет, получается. Нашла этот ключик. Надо будет еще бегать прям по Хогвартсу и скатить. Ключи дурацкие. Ну, поняла. Лабиринт какой-то. Так, это что такое? А дверь где? Так, 23. 15 плюс 2. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, ноль, один, два, три. Два, три, четыре, пять, шесть. Ну-ка. Хрень какая-то. Так, это горит, да? Угу. Я не туда иду. Ну, сюда мне надо. Прикольно. Опа. Красота. Так, сохранить. Чё там дерутся-то? Так, еще выше. Ну-ка. Зал трофеев. А вот тут что? Награда за успехи и травологии. Это особая награда, присуживается учащими 7-го курса факультета Пуффендаль Мирабель Чеснаук. Поняла. Это трофеи, да? А как тут там сундук-то взять? А он, наверное, в кабинете, да? Наверное. Ай! Психуй. Я тут еще не была, что ли, походу, да? Вообще не помню, чтобы я тут была. Наверное, нет. Ну, судя по тому, сколько там сундуков стоит. А я их не забрала. Опачки. Замок уровень 2. Сейчас подожди. Подожди ты, господи. Так, вон. Снаряжение заполнено. Мне продавать надо, блин. Так, профессор Гикак. Я в чью-то комнату, что ли, забрала? У меня нет места. Короче, понятно. Мне нужно продавать эти. Я поняла. Так, вот тут сундуки вон у нас пометились. Опа. Открыть? Как открыть? Ключик должен быть. Вот и горгулья. Нужно сказать ей пароль. Toujours peur. Так.
Окей. Тут бабочку где-то найти надо. Интересно, у всех ли благородных семей волшебников есть свой девиз? Ривель. Даже не знаю, не знаю. Да подожди ты тут. Уровень 3. Уровень 2. О, это я на улицу выйду? О, прикольно. Еще выше можно подняться. Так, поняла. Все? It's good to see you. Значит, профессор Фиг все предусмотрел. И что теперь? Approach the pedestal in the antechamber. Подойдите к пьедесталу в прихожей, прочитайте книгу. И что же я найду в этой не книге? Не перевели. История. Это все, что я могу сказать. Возможно, часть покажется вам знакомой, поскольку я вдохновилась сказкой, известной многим детям волшебников. Мне кажется, просто прочесть книгу недостаточно. Вы не ошибаетесь. Поговорим, когда вы закончите. А на что все это время была у директора под носом? Да, прикинь. Так, ребятки, давайте почитаем мы уже следующую серию. И пойдем проходить задание тоже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.